Всех приветствую, ребятушки. С вами, как всегда, Юрий Кот. Продолжаем играть в игру Шенсу Полин. Мы находимся с вами в вентиляции. И я проверил в темном измерении, куда ведет вентиляция. Она никуда не ведет. Дело в том, что там тупик. Поэтому я обратно использовал браслет кота Тоби для того, чтобы посмотреть, что будет находиться на светлой стороне. Вот давайте пойдем и посмотрим. Так, здесь у нас... Давайте я пройду, наверное, дальше. Может быть, там будет где-то выбита решетка. Это будет вести куда-нибудь другие помещения. Здесь необходимо просто спуститься вниз. Но я уже вижу, что проход по левой стороне, который был, он сейчас открыт. Поэтому, следовательно, нам, наверное, нужно пойти туда. Но я все равно загляну сюда за уголок. Да, ребят, здесь все у нас закрыто. Давайте двигаться дальше. Сейчас пойдем направо, повернем. Ну, относительно нашего направления в данный момент. Так, аккуратненько, давай пробежимся, наверное. Слушайте, но вентиляция достаточно просторная, можно вполне себе без труда ходить. Здесь мы, собственно говоря, падаем. Здесь у нас заглушечка, и дальше у нас рассеивается свет. Возможно, там будет... Я думал, что здесь будет какая-то лестница, но нет, ничего такого не происходит. Можно пойти налево. Вентиляция... Блин, слушайте, ну тут прям какие-то, я не знаю, лабиринты реально. Слушайте, а может ли быть так, что... Это все одна и та же сторона, да? Может ли быть так, что лабиринт, который у нас был показан на стенде, это и есть эта самая вентиляция? Хотя, как-то слишком... Блин, здесь пчелы летают, слушайте, ребят. Здесь летают пчелы. Сюда я пойти... А, вот еще игрушка одна валяется. Это у нас 5 из 10. Блин, ну где еще 5 валяется? Слушайте, походу игра будет достаточно продолжительная. Она будет длинная. Здесь есть лестница. Неплохо. Уже неплохо. Давайте подниматься. Ага. Здесь какой-то есть гермозатвор. Давайте мы его с вами повернем. Так, открывается дверь. И что за ней будет за отсек? Слушайте, это похоже на отсек гидропоники. Нет, это не отсек гидропоники. Слушайте, теперь хотя бы понятно, что за звуки доносились у нас вентиляции. Это какие-то стержни. Там внизу какой-то реактор находится. Вроде бы как. Выйти. Да, я могу отсюда выйти, но пока мы не будем торопить события, я думаю, что необходимо исследовать вот этот пульт управления. Слушайте, целая куча. Есть какие-то кнопки активации. Очень странно это все выглядит. Неужели с ними тоже придется как-то взаимодействовать? Эту штуку можно подвигать, но мы там ничего не находим. Могли бы подложить туда и какую-нибудь игрушечку. Так, что у нас вот это за стенд? С ним никак нельзя взаимодействовать. Слушайте, ну ладно, давайте мы пока не будем трогать пульт управления. Пойдем с вами дальше. А может быть, там мы найдем ответы на наши с вами... Вопрос, комната управления. А, слушайте, это та самая комната управления, в которую нужно было заходить. Слушайте, прикольно. Ладно, тогда получается обратно нам возвращаться не нужно. Что, необходимо что-то делать с этими... Слушайте, а может их как-то остановить нужно? Так, активация. Давайте... Блин, ну это прям какая-то жесть. Дали бы... А, вот, смотрите. Значит, тут у нас светятся две красные точки. Видимо, их нужно как-то запитать. А сектор 2. Тут у нас указаны... Блин, и как это сделать? Какие-то регуляторы у нас тут крутятся. Давайте попробуем со вторым сектором сейчас... похороводить, может быть, онлайн. Причем, видите, горит только одна кнопка. Слушайте, а крутилки что-то дают? Они реально что-то дают? Слушайте, а может его как-то реально... Я не знаю, их надо включить или потушить? Что с ними необходимо делать? Я думаю, что если мы сделаем с вами все правильно, то у нас пройдет какое-то сохранение. Мы, получается, должны открыть какие-то, наверное, двери. Давайте попробуем выкрутить на максимум. Значит, фу, здесь есть напряжение, да? Это даже не напряжение, это герцы у нас. ПД-5.
Блин, ну это стрёмно как-то, серьезно. Я не понимаю, что здесь нужно делать. С этим нужно как-то прям серьезно разобраться. Где ключ найти? Слушайте, а может быть убрать Питалова сначала на четвертом секторе? Ну, типа, раз он не нужен, потом его нужно будет как-то перераспределить. Очень странная тема. Так, а что у нас есть тут? Помните, мы находили с вами щит, который работал каким-то очень хитрым образом. Ну, типа, он держался на изоленте. Блин, непонятно. Реально непонятно, что с этим делать. Хотелось бы разобраться как-то побыстрее. Ну, либо паузу придется ставить, я даже не знаю. Так, сектор 1. Он нам, скорее всего, тоже не нужен. Нужно как-то... Так, даем мощность. Это не мощность, это что-то другое. Блин, как это должно работать? Дверь-то с той стороны получается-то закрыта. Я, если выйду, и мне придется обходить только потом по вентиляционной шахте. А если тут какие-нибудь опознавательные... знаки. Может быть, насосы нужно было выключить как-нибудь. Слушайте, пока ни хера не понятно. Ладно, давайте попробуем разобраться действительно. Что-то здесь явно нечисто. То есть вот эти бегунки, они как бы работают. С ними нужно что-то сделать. Я уже попереключал много всего. Все должно находиться... Так, что-то заработало. Ребят, что-то заработало. Вы слышали этот звук? Ой, ну очень странная тема. Пока все в красных лампочках у нас светится. Ну это реально очень странная херня. Почему не подставить какую-то подсказочку, может быть? Такое чувство, будто всеми этими бегунками нужно прям какую-то конкретную стрелку двигать. Ну, типа, ты переключил. Вот, вот, пошло сохранение. Ребят, все включилось. Все включилось. Power distribution. И, судя по всему, все работает прям на отлично. Но вентиляция нас больше не интересует. Нам нужно, наверное, выходить отсюда. Я бы мог предположить, что там нужно включить какую-то кнопку, но очень сильно сомневаюсь. Так, значит, мы выходим. Смотрите, она осталась включенная. Это вполне себе неплохо. Так, что у нас находится с этой стороны? Давайте глядеть. Ага, это какая-то новая комната, и мы здесь с вами не были. Там целая куча каких-то контейнеров. Слушайте, а я совсем про нее забыл. А, нет, мы здесь были, просто здесь не было света, ребят. Вот оно что. Блин, да вы издеваетесь. Ну ладно, давайте почитаем. Уведомление. Получатель, доктор Аманда Пол, база М. Титан. Продолжайте исследования по мере возможности. Нам жаль слышать об исчезновении Карен. Мы немедля оповестим ее близких. Ожидайте прибытия нового сотрудника в течение двух дней. Вот мы читали с вами. Это мы читали даже в том измерении, которое было темное. Слушайте, там что-то... Так, это то же самое. Здесь у нас чего? А, узнаю номер. Да, это мы тоже читали в прошлой или позапрошлой серии. Слушайте, ну нужно... Так, давайте разберемся, что мы там вообще с вами... Что мы там вообще с вами видим? А, вон тот ящик нужно убрать. Помните, там же у нас был завал, и мы не могли туда пробраться из отсека гидропоники. Это значит, что нужно как-то... Так, это у нас вниз-вверх. Хорошо. Давайте использовать джойстик. Вот, он поехал. Значит, до самого конца, до самого упора. Теперь едем мы, значит... Джойстик вверх, наверное, да, нужно использовать?
Нам не получится сразу, наверное, вытащить этот ящик. Нам придется убрать тот, который спереди. А нет какого-то прицела, типа? Или я должен прям наугад? А, я его должен вниз сначала опустить. Подождите, давайте попробуем. Может быть, автоматическая какая-то наводка существует. Воу! То есть он все ящики может... Хорошо. А ну давай-ка поднимайся, детка. Ой, как хорошо. Слушайте, мы освобождаем сейчас проход. Давай, 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 поднимай. Не стесняйся. А, я не пройду. Я не... Блин, почему я стрелками управляю? Это так неудобно. Слушайте, я могу там пройти. Я могу теперь там пройти. Но что вот это за кнопки? Они тоже все типа работают. Могу ли я как-то убрать эту штуку? Слушайте, давайте мы все-таки его уберем, потому что, мне кажется, мало ли что, вдруг мы там не пройдем. Я хотя бы попытаюсь это сделать. Значит, едем мы вперед. Вот, я вижу ящик. Сейчас мы его оставим по центру и попытаемся опустить наш магнит. А такая штука была, по-моему, в какую мы игру недавно играли? Что-то... Нет, слишком далеко. Это слишком далеко. Давайте поднимем. Смотрите, поднимаем. Подняли. Теперь джойстиком немножечко назад. Оп, вот он наш ящик. Блин, это так раскачивается стрёмно. Так, магнит у нас заработал. Давайте попробуем опустить. Вот, он присоединился. Теперь мы его поднимаем. Но он слишком тяжелый. Или поднимет. Или слишком тяжелый. Поднимает, вроде бы поднимает. Слушайте, здесь все работает на магнит. Ладно, я думаю, что я смогу пройти. Здесь все работает на магниты. Гравитационная пушка и т.д. и т.п. Давайте попытаемся. В конце-то концов, все здесь нужно пробовать делать методом тыка. И я уже не помню, как нам туда нужно дойти. Но, по-моему... По-моему, куда-то сюда, да? В эту дверь. Да, в эту дверь у нас с одной стороны было электричество, а с другой стороны как раз таки ящик, который мы не смогли с вами пробраться. Давайте вызовем лифт. Так, открывается у нас створочка, хорошо. Давайте спускаться. Отлично. Так, где находится это самое... Слушайте, а нам, по-моему, наверх нужно. Ну да, нам наверх нужно. Какого хера? Какого хера я спустился, если нам нужно наверх? Черт. Как всегда страдаю от того, что не могу ориентироваться по базе. Давайте... Не, пусть фонарь горит. А, Каргабей, видимо... Да, видимо, это та самая дверь. А ну, сейчас узнаем. То есть вот мы когда открывали эту дверь, там у нас находился ящик, сквозь который мы... Нет, не то место. Это не то место. Все гидропоники. Слушайте, противоположное что ли? А, давайте тыкаться во все двери. А может быть сейчас что-нибудь и получится. В конце-то концов мы все... Так, это у нас самая начальная локация. Вот казалось бы, да, база вроде бы и небольшая. Но, блин, сколько всего здесь можно поделать. Это лаборатория, это не то, что нам нужно. Блин, куда идти? Куда идти? Слушайте, знаете, что нам нужно? Нам необходимо с вами... Нам необходимо с вами вернуться в... То измерение, а не это, в котором мы с вами находимся. А чтобы это сделать, нам нужно, видимо, поиспользовать сейчас. Так, ты давай открывайся. И я должен... Я должен зайти сюда, взять вот этот, кажется... Или не этот же... Книгу, наверное, да? Бля, а где... А, вот, вот, вот эту штуку. Да, давайте, давайте пытаться... Thank you.
Так, отлично, сохранение у нас с вами прошло. Мы сейчас отсюда выходим. И выходим. Кажется, правильно, сейчас мы идем в отсек гидропоники. Блин, я не помню реально, как при... По-моему, было светло, и я вот сейчас реально фигней какой-то занимаюсь. У ребят было светло, и что-то там внизу, по-моему, у нас было. Ну, нам не сюда и не туда. Слушайте, вот эта дверь. Нет, другая дверь. А, она закрыта, слушайте. Блин, ну как это правильно сделать так, чтобы... Знаете, по-моему, чего? Нам нужно было это сделать где-то в другом месте. Ладно, давайте мы с вами вернемся. Много времени мы теряем на похождение вот этой всей чачи. Сейчас мы с вами вернемся, активируем опять это измерение и попытаемся продумать план. Давай, возвращай меня обратно. Так, ну типа допустим, вернемся. Вернемся назад, значит, вот у нас отсек гидропоники. Идем сюда. Сейчас попытаемся зайти в лабораторию. А лаборатория у нас находится там, где провод. Блин, ну... Черт возьми. Слушайте, я реально не помню, где мы с вами находились, но что-то такое было. Аэрлок. Так, значит, заходим мы с вами сюда. Здесь ничего интересного нет. Попадаем в комнату управления. Идем, значит, мы с вами наверх. Слушайте, а может быть где-то здесь это все было? Ну вот, комната управления, но... Вот как туда пробраться? Получается, что это типа вроде бы как тот же самый этаж. Это тот же самый этаж и... Блять, какая-то карта хотя бы должна быть, я не знаю. Наверное, я что-то упускаю. Что-то вот в этом все-таки есть, друзья. Что-то... Комната управления. Так, выходим. Выходим. Слушайте, ну такое чувство, будто это здесь находится. Реально, смотрите. Вот создается такое впечатление, будто мы находимся в правильном месте. Ну вот, да, это погрузочная типа эта тема. Мы когда открывали эту штуку, здесь у нас на... А, блядь, слушайте, какого хера я пошел непонятно куда. Карго культист или что-то такое написано. А что это за тень такая странная? Слушайте, здесь какая-то дымка или что-то в этом роде. Слушайте, наверняка игрушки валяются у нас между. Так, есть, значит, еще одна карта. Это что, фонарь лежит, что ли? А он работает? Слушайте, фонарик работает. Ну, наверное, он мне не нужен. Так, давайте прочитаем, что здесь у нас написано. Номер сотрудника, имя сотрудника, рейд, сущности, опер, сущности, магны, сущности, фрагмент сущности, данные моря, данные породы, базовый журнал, контроль. Ни хера непонятно. И я так понимаю, что я здесь не найду аномалию, но я с удовольствием похожу между ящиков, потому что мне кажется, мы там сможем найти какую-нибудь игрушку. Или не смогу, не знаю пока еще. Но явно в этом есть какой-то смысл. Целая куча погрузчиков каких-то стоит. Вон наша комната управления, в которую, собственно, мы уже с вами заходили немного ранее. Игрушек нет. Кассет я не вижу. Кассет, ребят, я никаких не вижу. Наверное, нам нужно идти как-то наверх. А, слушайте, есть магнитофон. Но у нас нет кассет. Он открыт, в нем ничего нет. Потому что нет кассет. Раунд. Давайте идти дальше. Попробуем сейчас разобраться.
поподробнее. Значит, лестница. Лестница нас ведет куда-то наверх, и, возможно, там... Ой, слушайте, прикольно. Вагоны. Это типа метро, типа местное, или что? Открывается дверь. Кассеты, ребят, мы нашли с вами кассеты. Мы сейчас сможем все это дело прослушать. Ключ красный, я... Бля, отлично, отлично. Теперь я хотя бы знаю, куда идти. Там открывается шлюз. Давайте... Не-не-не-не, подожди. Ты давай читайся. Давай читайся. Нас осталось трое. Техник Ковальский пропал 2 недели назад, а вчера погиб доктор Романчик. Мы пришли к выводу, что находящийся под нами объект чем-то нас заразил. Он куда опаснее, чем мы и предполагали. Мы решили уничтожить его и любого, кто имел с ним дело. Надеемся, что наши данные помогут людям лучше понять объект. Сюда больше никто не приземлится. Печально, конечно, это читать. Чего-то пошло не так. То есть, типа... Планы были нарушены. И... Слушайте, но мы нашли с вами ключ. Это значит, что мы можем теперь вернуться и вставить его. И попытаться открыть ту самую дверь. Предполагается... Я-то думал, что мы по вентиляции спустимся в пещеру. Но сейчас я предполагаю, что именно эта дверь, она оставляет запечатанной пещеру. И эта дверь является входом в пещеру. Поэтому... Подождите. Зачем? У нас же есть две кассеты, которые я хотел... тоже почитать, а где-то здесь у нас был магнитофон. Давайте мы не будем терять такую возможность. Я пока, видите, заговорился, начал отсюда куда-то уходить. Значит, кассета number one. Давайте вставим. Включаем. Филипп Пол, номер сотрудника 120-140-923, местоположение база М-Титан. Исследование сущности, проведенное в 1994 году, практически не дало нам никакой новой информации. Нам удалось получить частицу сущности и доставить ее в лабораторию. Однако даже после тщательного осмотра ее молекулярную структуру установить так и не удалось. По визуальной оценке частица немного растет. Исследование же непрямых эффектов сущности оказалось куда более плодотворным. Рост численности растений и пчел, а также объемов производимого меда, мы даже представить не могли, что показатели будут какие-то не такие. Похоже, кривая роста увеличивается скорее по экспоненте, чем логарифмически. Учитывая ограниченный рацион, эффекты космоса — это просто поразительный результат. Первичные замеры показали, что масса Титана снизилась. Однако, чтобы подтвердить их, потребуется куда более точное гравитационно-астрономическое оборудование. Которое, по всей видимости, ребят, они не имеют. Так что... Окей. Перемотка тоже весьма долгая, продолжительная. Давайте возьмем еще одну кассету. Здесь что написано? Бис? Я не знаю, что там написано. Как-то непонятный почерк. Аманда Пол, номер сотрудника 020-659-44F, местоположение база М-Титан. Численность и эффективность пчел увеличились не так сильно, как можно было бы и предположить на основе кривой роста растений. Также количество меда не соответствует объему собранной из цветов пыльцы. Подозреваю, что какая-то хитрая королева построила где-то еще один улей. Это могло бы объяснить недостаточный рост популяции объемов производимого меда по сравнению с прогнозами, сделанными на основе чего-то там. Чего-то там. Давайте мы, наверное, промотаем это все дело. Так. На основе кривой роста растений, цветов пыльцы, собранной, построила где-то еще один улей, сделанный на основе кривой роста, да, получается. Все как бы. Хорошо, давайте открывать. Просто титры очень быстро бегут, я не успеваю дочитывать, мне хочется как-то погружаться в эту атмосферу, соответственно, но... В подобных игрушках не получается. Я думаю, что если бы мы не читали, мы как-то быстрее бы ухватывали все это дело на лету, как говорится. Но пока что так. Интересно, сколько игры вообще осталось по продолжительности? Потому что... Ну, это прям очень интересно. Такс, сейчас нам необходимо идти в лабораторию, которая находится по левую руку. Давайте пойдем сюда. Так, значит, здесь попробуем спуститься, и внизу есть запечатанная дверь. Слушайте, но мы далеко не все кассеты нашли, остается еще 4. А что-то вот здесь по центру мы с вами не нашли. Карты все у нас есть. Карты у нас все есть. Давайте вызовем лифт.
Попробуем спуститься, вставить ключ, открыть. Ну и посмотрим. Может быть, мы пойдем сейчас опять в жилой отсек для того, чтобы узнать о последнем члене экипажа. Я так понимаю, что это самый главный член. Вставляем. Хорошо. Запускаем. Слушайте, а эта херня не работает. А в чем проблема-то? А в чем проблема-то? Нужно как-то это все запитать, что ли? Слушайте, мне кажется, что все-таки как-то... А, слушайте, ключи повернуть еще нужно. Пошло сохранение. О, там у нас какая-то жесть, ребят, творится. Ну, слушайте, да, это похоже на пещеру. Там какой-то свод типа каменный. Но я хотел бы сейчас отправиться все-таки почитать. А может быть, мы там кассеты найдем недостающие. Потому что мне кажется, что эта пещера, это что-то связано либо с финалом, либо хер его знает. Сейчас мы попробуем пойти в жилые отсеки. Возможно, часть кассет... Часть кассет, скорее всего, мы еще и пропустили. Это... Ну, это обидненько, конечно. Так, а где у нас могут быть те самые жилые отсеки? Это у нас лаборатория. Лаборатория. Ну, куда-то сюда все равно нужно идти. Так, здесь у нас грузы, да? Получается, что мы отсюда как бы пришли. Это не то место. А чё я в первый раз не заметил? Реально, чё я настолько, блядь, слепой, что ли? Хотелось как-то прям, знаете, удивить самого себя, видимо, так увлекся, что не получилось. По-моему, вот сюда нужно идти. Где-то здесь у нас находятся жилые отсеки. Сейчас попробуем вставить карту. Да, ребят, это то самое место. Слушайте, у них тут все прикольно оборудовано. Прям игровая комната, типа стол для совещаний, спортзал. Совместно с игровой комнатой, потому что там у нас дарт есть, типа все дела. Так, я так подозреваю, что вот это, да, это у нас Аманда Пол. Давайте вставлять, блин, окровавленная карта. Получилось, сразу открываем. Так, это что у нас тут такое? Сразу открываем шкафчик, возможно там что... Да, есть одна кассета, как минимум. Заберем ее. Журнал. Пространство и время. Мы культура. Журнал «Пространство и время» отправляется в космос капсулу времени. В ней будут находиться картины, книги, кассеты с музыкальными произведениями, фильмами. Ее траектория полета пройдет вдоль всех планет. Капсула вернется на Землю через 358 лет и поможет познакомить людей будущего с произведением нашей культуры. Нам нужна ваша помощь. Совершите денежное пожертвование. Ваше имя будет выгравировано на золотой пластине, которая также отправится в путешествие в капсуле. Чем больше вы пожертвуете, тем крупнее будет ваше имя. Граждане, внесшие наибольшее пожертвование, смогут даже положить в капсулу свое произведение искусства или стих. Подробную информацию можно получить по телефону такому-то. Так, подождите, тут есть еще вот такая штука. Руководитель Готфрид Жаккард. Видите, над Амандой Пол, Земля, Титан. Класс должности 2. Слушайте, я не знаю, по какому принципу работают должности. Я думал, что у... Господи, у Карен был самый высокий, потому что там был 8. Но, видимо, нет. Тут, в принципе, все без изменений. Различные книги, но они не несут никакой смысловой нагрузки. Titan Research, понятно. Так, есть какие-то... А ну давайте. 65 метров коренной породы. Нет внешнего источника питания. Нет видимого метаболизма, о котором мы знаем. Возможно, внутренний. А что насчет уменьшающейся массы Титана? Напишу отчет. Есть, значит, фоточка. Интеллект притягивает. Называется картина. Из-за случайного распределения многие поколения умирают. Дом, планета 1, Титан, алгоритм распространения экспоненциален. Если один из миллиона выживания 1,1 миллиона образцов поколения N огромны. Случайное распространение абиотично. Могут ли быть использованы биологические методы? Носители. Не отправляет, не, но получает. Нет потерь плюс четкое распространение. Ты слишком много времени проводишь с пчелами. Слушайте, ну это реально какой-то эксперимент был реально с насекомыми. И реально здесь произошла какая-то нереальная херь. Думаешь, она прибыла из-за пределов Солнечной системы? Или даже из другой галактики? Или выросла здесь? В нашей системе недостаточно биомассы. Как она будет расти? Что если она похожа на цветок? Лютик, к примеру. Или крылья королевы? Что если она путешествует по космосу за счет своего антигравитационного поля?
Филипп, давай проанализируем молекулярную структуру, плюс наличие в ней элемент. Возможно, получает энергию не за счет карбонов или поглощения материалов. Слушайте, но неужели это все кассеты? Наверняка должно быть что-нибудь еще. Здесь-то я больше ничего не вижу. Больше ничего нет, эти ящички у нас не открываются. Ну идемте, найдем сейчас магнитофон, судя по всему. Я еще на всякий случай бегло осмотрюсь. Магнитофон у нас... Так, мы не в ту сторону пошли. Магнитофон находится у нас в первой комнате. Получается, что мы обследовали все жилые отсеки, всех, собственно, людей, которые здесь были. Давайте возьмем, вставим и узнаем, что здесь у нас происходит еще. Вкус меда изменился. Интересно, наверное, дело в эффекте, который сущность оказывает на растения. Необходимо провести сравнительный временной спектрографический анализ образцов. Заметила плесень под емкостью для воды. Нужно осторожнее обращаться с насосами. Что если сущность влияет на фертильность позвоночных так же, как на фертильность растений и насекомых? Может быть, у нас наконец-то появился шанс? Неужели Карен правда спрыгнула с платформы? Но у нее же была семья, дети. Попрошу Василия помочь с этим расследованием. Так, ну, видите, они как бы не понимают, куда пропала Карен, собственно, как и мы изначально не понимали. Что здесь происходит, но нам нужно двигаться дальше. Кассеты не найдены, еще три. Какие тут еще есть? Значит, ключи были найдены все, монеты. Здесь у нас... добро пожаловать, инструкция по техобслуживанию, панели доступа к кабелям, общая диагностика, цикл тестирования гидравлики, ручной обход блокировки отключено. Собственно, это мы тоже применили на практике. Значит, здесь у нас были карты, здесь были у нас... Но это не видео, это какие-то картинки, видео, диафильмы, так это, кажется, называется. Помню, когда-то у друзей в детстве был проектор. Даже не проектор, а какая-то шняга, я не знаю, как она называется. Короче, туда вставлялись картинки, можно было на них смотреть. Ну, как-то так это все, собственно, и работало. Так, ну что, давайте отсюда выбираться. Я так понимаю, что здесь вообще как бы нехер ловить. Можно пойти и узнать, что в этой пещере у нас находится. Тем более, что нам необходимо это делать. Так, research, лаборатория. Хорошо, давайте идти сюда. Спустимся, посмотрим, что в этой пещере у нас происходит. Знаете, в чем фишка? Мы можем... Опять не та комната, да вы, блядь, издеваетесь. Мы можем изменить, значит, измерение. Мы можем изменить с вами стрелки, видите, как они расположены. Получается, что зеленые стрелки показывают дальше. Вот сюда нам нужно идти. Мы можем изменить измерение и посмотреть, будет ли работать. Бля, там кто-то стоит, что ли? Чего? Что за бред? Это же просто костюмы. Слушайте, знаете, на что это похоже? Это похоже на костюмы пчеловодов, но выглядит это тоже очень крипово, знаете ли. Так, есть фонарь, я могу сюда пройти. Слушайте, я хочу найти еще кассет, пока не поздно. Куда-то она ведет. Я хочу, может быть, даже найти не кассет. Давайте попытаемся сейчас изменить реальность для того, чтобы понять, будет ли пещера у нас открыта или будет все-таки закрыта. Значит, мы берем опять этот сраный протез, проворачиваем его. Не, ребят, все закрыто. Получается, что нам нужно туда идти при нормальном раскладе. При том раскладе, где оставалась большая часть команды на базе М, на станции М. Угу, хорошо. Ну что ж, я должен был проверить, потому что мало ли это к чему-нибудь привело бы. Но кассет здесь нет. Я думал, что-то будет валяться здесь на ящиках. Нет, ребят, ничего. Есть лифт. Давайте попробуем
спуститься на нем. Интересно, сколько это займет времени? Насколько глубоко... А, нам писали, кстати, по-моему, глубину пещеру. Пещеры. Что-то там до хера метров, короче, было. Смотрите, эта штука типа за нами идет. Слушайте, такое чувство, будто она постоянно нас преследует. Как будто она за нами следит. Как будто есть что-то высшее. Есть высший какой-то разум, который... Который что-то... Но он не хочет нам сказать. Может быть, он нас... В конце тоже убьет. Но пока что мы живы, следовательно, мы играем. Все логично. Так, и что у нас там впереди, нахуй? Слушай, надо было фонарь с собой, наверное, взять. Чего? Чего? Слушайте, со мной кто-то разговаривал. А вернуться я уже не смогу. А давайте мы попробуем с вами. Видите, она нас отталкивает. Получается, что она нас заманивает в эту самую пещеру. Говорит, иди дальше. А сейчас ты все поймешь, увидишь, я не знаю. Кассет нет никаких. Слушайте, но мы где-то пропустили три кассеты. Причем какие-то, видите, на начальном уровне. И вот здесь что-то должно быть. Возможно, это должна была быть какая-нибудь, ну, карта, может быть, или инструкция. Ждать пришлось так долго. Слушайте, ну это Карен, которая сюда спустилась. Если я все правильно понимаю, сейчас она с нами говорит. Слушайте, а получается, что она жива даже? Или... Так долго. Есть кассета. Нет, это не кассета. Обожналась я. Это не кассета. Какая стрёмная пещера, слушайте. Но это какие-то прям, знаете, флешбеки. Вроде бы как ее в живых нет, остается только голос. Возможно, с нами говорит эта самая аномалия голосом Карен. Так, что у нас впереди? Мы разберемся со всем вместе. Давай разбираться вместе, я не против. На самом деле, если бы это все происходило в реальной жизни, я бы предпочел быть один, а не слышать этот криповый голос. Ну нихера себе. Это прям атлас какой-то, блядь, из No Man's Sky, я не знаю. Это не кассета летает, кстати? Неужели в конце не будет какого-нибудь проигрывателя, при помощи которого мы сможем что-нибудь узнать? Замедлилось наше движение. В местах аномалий, видите, у нас с вами дыхание становится другим. Как будто бы холодно. Как будто бы это холод какой-то, ребят. Цветок. Пыльца. Могу ли я как-то... Воу-воу-воу-воу! Чё дальше-то? Слушайте, я куда-то полетел. Наконец-то мы можем уйти. Слушайте, это финалка, что ли? По-моему, вот этот куб был изображен, да? Мы заберем с собой все накопленное. Слушайте, это же Карен, да, походу? То есть... Подойди ко мне. Это концовка? О-хо-хо-хо. Вот этот самый лабиринт. Слушайте, это реально похоже, знаете, на игрушку. Была подзорная труба, ты в нее смотришь, там расплываются различные узоры. Но я не понимаю, что делать. Мне нужно куда-то идти, я просто двигаться не могу, ребят. Это все у нас находится в каком-то одном состоянии. Возможно, сейчас
все будет понятно. Но сделать я пока ничего не могу. Я куда-то перемещаюсь. Слушайте, это прям, знаете, на что это напоминает? Кто видел фильм «Интерстеллар», вот когда, типа, он стоял за книгами? Вот то же самое и здесь что-то происходит. Но я не очень понял, может быть, какими-то стрелками нужно что-то делать? Инвентарь я открыть не могу сейчас. Меня куда-то понесло. Я беру весло, меня куда-то понесло. Слушайте, прикольно. Мы ускоряться будем, да, видимо? Короче, мы находимся внутри какого-то куба. Возможно, это аномалия, это и есть сплетенное измерение. Собственно, да, о чем шла речь. Было измерение, где все остались, и измерение, где осталась одна Карен. В полной темноте, тишине, без людей. Без ничего абсолютно. Так, здесь что-то зарождается. Но это однозначно финал игры. Что это за торт размазанный, блять, по полу? Знаете, вот я провожу аналогии с фильмами «Интерстеллар», и был еще фильм недавно, кстати, он абсолютно, ну, относительно новый, называется «Аннигиляция». Ну, такой, скажем, на любителя, мне-то, в принципе, зашел, потому что я смотрю ужастики в одноголосом любительском переводе, это, ну, у меня тяга такая, типа, и... И вот все, и музыка, знаете, такая же, и все, что здесь происходит... Переплетение миров, уничтожение живого, создание чего-то нового. Ну, как-то вот так, если в двух словах. Долго я здесь летать буду? Мы куда-нибудь пристанем в конце-то концов? Может быть, будут какие-нибудь кассеты еще? Титры, блядь, дайте мне какие-нибудь, чтобы я понял, что игра закончилась. А то как-то не хочется мне... Слушайте, ну игрушка неплоха. Я прям рад, что она досталась мне. Один из зрителей ее, собственно, подарил гифтом, да, прислал в Стиме. Что-то в ней такое есть. Если вы знаете, ребят, еще похожие игры, обязательно пишите об этом в комментариях. Посмотрим, может быть, пройдем. Ну когда-то же мы должны остановиться. Слушайте, а там космос, смотрите, находится. Там типа у нас виднеются рукава нашего Млечного Пути, галактики. Кажется. Если... Ну типа дискообразная. Прикольно, но меня сейчас начнет тошнить, как бы. Мне бы хотелось, чтобы это уже все закончилось. Я понимаю, что где-то должно быть какое-то логическое завершение. И я вот сейчас сижу и думаю, не придется ли нам искать еще кассеты после того, что мы с вами увидели. Пока что мы плывем сквозь измерения, судя по всему, которые переплетаются. Вообще похоже на воду. Которая очень странно видоизменяется. Так, что за звук? Какие-то помехи, ребят. Так, хорошо. Экран у нас видоизменяется. Я так понимаю, что сейчас... Реально какие-то радиопомехи? Но это же не звезды. Или звезды. Это может быть звездами. Мы летим сквозь пространство и время. Смотрите, тут все как-то поделено, типа слоями. К-
Какой мерзкий звук. Но в этом что-то есть мне. Мне нравятся подобные фильмы, нравятся подобные игры. Слушайте, а это не взорвется сейчас все? Какие-то прям вот лабиринты. Это типа стена этого куба. Сплетенного пространства и времени. Господи, какой свет. Он просто сжигает глаза нахрен. Ладно, раз других вариантов нет, отдадимся ему целиком и полностью. Я не знаю, ребят, терпите, у меня тоже сейчас начнутся приступы эпилепсии, но такова игра, такова жизнь. Мне почему-то хочется впереди сейчас рассмотреть человеческую фигуру. Вот что-то такое, знаете, намекает на то, что мы сейчас увидим реально человеческую фигуру. Или не увидим, не знаю. Вот это психодел. Давай, детка, заканчивай уже, ну. Долго ты еще будешь показывать эту штуку? Разработчики прям поиздевались знатно над нами сейчас, ребят. Чтобы вы понимали, я пишу серии все одну за другой. Три последние серии у нас были записаны сразу. То есть я их не писал разными днями. Я сел на выходных, прошел эту игру. В данный момент у меня сейчас 12 часов ночи, ровно 0:00. И наблюдать за этим в такое время как-то, ну, как минимум, странно. Слушайте, ну, получается, что можно дождаться, можно, в принципе, выйти. Ну, какое-то завершение должно быть. Так, у нас тут планета. Летает, по всей видимости, та самая пыльца. Наконец-то, наконец-то это закончилось. Такс, это капсула, в которой мы с вами летим. Судя по всему, планета находится по курсу перед нами. Встать я не могу. Мне нужно чего-то дождаться. Хорошо, давайте ждать. Я просто не совсем понимаю, что происходит, что нужно делать. Но издевательство над глазами продолжается. Ну, вот такой вот конец получается. Нас типа стерли. Или что-то в этом роде. Короче, я не знаю, насколько мы исчезли. Конец, в принципе, не очень мне понятен. Пишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях, естественно. Но единственное, что я понял, то что на станции М на Титане у нас было все-таки несколько измерений, в которых мы побывали и поняли, что, собственно говоря, произошло на этой станции, что и требовалось доказать. Я думаю, что больше нам знать как бы и не нужно. И нет здесь никакого абсолютно подтекста, просто было несколько измерений, мы поняли, что произошло сканер, эта сущность ее забрала, эта сущность, это, видимо, сплетение всех измерений, это такая, знаете, альтернативная фантастическая реальность, которая, ну, чисто по какой-нибудь, может быть, сказочной теории вполне себе существует. Я очень надеюсь, ребят, что вам понравилось, если так, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, пишите похожие игры на эту игру, будем проходить, будем смотреть, с вами был Юрий Кот, а пока, мои хорошие, всем до новых встреч и до новых видео, скоро, как обычно, обязательно увидимся.